Внимание, дети! Под таким названием ГИБДД и Творческое объединение детского подросткового центра «Дорожная азбука» проводят профилактическое мероприятие, которое продлится до 14 сентября. Целью данной операции является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Отметим, что по статистике первые дни сентября, когда начинается учеба, являются наиболее аварийно опасными. Это связано с большим присутствием детей на дорогах. В этот период будет усилена профилактическая работа с родителями и надзор за движением транспорта и пешеходов. Сегодня мы работаем как с родителями, так и с детьми. Мы напоминаем про правила дорожного движения для пешеходов. Напоминаем о том, что на велосипедах можно ездить только с 14 лет по проезжей части. С родителями мы беседуем о том, что детей в возрасте до 12 лет необходимо пристегивать. И напоминаем всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения.